У меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 41 год. Мы в отеле. Приехали, как и планировали, в Ламбранду. Сейчас завтрак. 2 дня я не снимала. Сделала себе перерыв. Кстати, я снимаю на новый телефон Samsung A54. И за эти дни я очень сильно загорела. Мы много проводили время на пляже. Смотрите, у меня какое лицо темное. Мама, Иринка ходят, нагребают еду. Я уже практически определилась с выбором. Мне осталось только налить кофе. И все. Омлет положила, шпинат положила, сосиски положила. Ну, короче, сейчас я вам покажу немножко атмосферу отеля. Играет музыка. В отеле в основном европейцы, но это вы об этом и знали. Омлетик я уже приготовила для себя. Микс. Здесь панкейки жарят. Ох, какие оладушки. Сейчас немножечко покажу, так, для настроения. Кстати, у меня настроения вообще абсолютно нет. Абсолютно. И 2 дня этих не было у меня вообще абсолютно настроения. Сюда готовые кладу. А вот там они нагревают грибы, лук. И стоят, делают. Для меня уже пожарили такой омлет. Надо идти кушать, пока горячий. Это, конечно, да. О, мастер. Мастер-фломастер. Здесь глазунья подается. Сейчас поменяют лоточек. Здесь жарится, парится. Геннадий? Яйца, яйца, яйца здесь. Яйца. Ну, завтрак. Завтрак он и здесь... Яйцо в овощах. Здесь плюшки только что жарились во фритюре. Здесь что? Овощи, пататес, картошка тушеная. В основном отель ориентирован на немцев. И он даже для русских, он колбаски. Колбаски. А это шпинат. Я для себя взяла его очень много. Отель ориентирован на немцев. Тут надписи на немецком языке. Так. Я взяла для себя один панкейк. Больше никто не захотел. Здесь супы. Здесь выпечка. Здесь какие-то пирожки. Потом в обед здесь будет пицца. Здесь можно хлеб посушить, тост. Знаете, получается полноценный обзор отеля. Хотя я этого не планировала. Сами понимаете, здесь молочный суп. Ох, здесь молочный суп. А здесь... Мисо-суп. Ну, короче, мисо-суп. Что это такое? Мисо-суп. Не знаю, что такое. Убирают посуду, гремит. Время, кстати, 10 час. Мы приехали и вот уже к окончанию. Сыры, халва. Овощи, фрукты, прочие продукты. Лимон. Там. Тут и я баклажаны себе взяла. Перец не взяла, взяла помидор тушеный. Здесь колбаски. Я такое себе не взяла. Это анчоусы. Рыбка. Это тоже там какая-то рыбка вон там лежит. Сыры. Я немножко подгребла для себя сыров. Сухие завтраки, изюм, тут сами наполнители выбираете. Ну, здесь стол с десертами, типа тут всякие. Ну, завтрак уже заканчивается, поэтому. А оливочки? Немножко шумно, да? Вот, вы посмотрите, мед. Целые соты. О, вот это да. Вот это да. Так, молочко я для себя взяла. Йогурты мне не надо. Мне надо только кофе. И мы кушаем вот здесь вот на веранде.
до отеля ехать недалеко, но все равно выспаться можно было. Кружек нет, но вот доставляют. Приехали доставлять кружки. Это свои камеры шипели. Да, эспрессо. Есть? Да, есть. Эспрессо. Я тоже же беру двойное. Я хочу крепкий кофе. Тройной хочу. Я выпью. Все. Не буду брать кружечку. Так, нужно взять приборы. Вилки, ложки на столах. Сейчас покажу, чего это. Выбрала себе на завтрак. На улицу выходишь, так классно, так светло. Ой, ну, конечно, красивая территория, ничего не скажешь. Я как самая обжора. Вот они. Я себе взяла всего. Ну, вот эти две дамочки, они позавтракали. С утра проснулись и давай завтракать. Вот с утра кофе давай варить. А я не могла. У меня омлет, шпинат, колбаски, йогурт, панкейк, овощи. И, ну, то, может, панкейка, может, поделюсь с мамой. Она вон... А, дыни. О, грейпфрут. Я хотела взять и забыла. Я даже не, в этот угол не зашла. Вот они тут. Но если успею, то схожу. Приятного аппетита. Насытилась. Я уже спорола омлет. Уже пила с разных краев кружки, видите, вся запачканная. Вилка, нож, смотрите, на этих двух. Я тоже омлет ела с вилкой, ножом. Они, наверное, понимают. Понимаете по-русски? Нет? Нет? Дойте. На иностранцев отель ориентирован. А я пойду возьму грифы и дыню. Если придут убирать, я не смогу. Камера и уже тарелка с грифом. Налей, пожалуйста, кофе. Говори нормально, иди сама делай. Она мне вымотала за два дня нервы, этот пиздец. Ну, в общем, все как и обычно, это же Светлана Валерьевна. Вчера еще лучше стало. Вот позавчера это было еще пиздец. Я тарелку не взяла. Тарелку вот. Позавчера был полный пиздец. Сегодня 19-е. Это вот они приехали какого числа? Сейчас возьму. Дыни возьму. Дыни не очень люблю. Ну возьму. На халяву поем. Дыни и грейпфрута. Дыньки уже нагрузила. Грейпика возьму. Руками. Щипцы есть. Одни какие-то жопки остались. Я не видела, кстати. Думаете, насколько кондиционер? На 16 градусов. Вы угадали. Так. Варенье инжирное. Можно на овощи. Сыры еще. А зачем я сюда пошла? Мне больше тут ничего не надо. Я вот, знаете, что? Вот, наверное, вот это зря взяла. Вот такой десерт. Наверное, ладно, с семенами чая потом как-нибудь возьму. Можно медов? Дай-ка я медок маленько на дыньку. Сейчас я немножко медка. Я хочу вот отколупнуть вот отсюда. Вот.
Короче, ложку забираю. Ой. Мед, конечно же, высший пилотаж. Учтивый персонал, мне нравится. Ир, ты маме нальешь? Ты чай? Уже чай? Такой крепкий. Посмотрите, оцените образ Ирины Владимировны. Сегодня на день рождения приехала. Она с макияжем. Ну как, губы накрасила, глазки до ее подкрашены. Я вот прям наелась. Вот мне прям вот вкусно, блядь. Вот прям вкусно. Вот. У меня еще панкейки, я не знаю, я тресну. Валерьевна. Мы никуда не пошли, да? Я поем, ничего. У меня такого дома и такой еды нет. Мам, тебе что? Шампанское, правильно. Мне тоже шампанское. Вон женщина наливает шампанское, вам открывает. Ура, Новый год! Алло! Привет, добрый день! Добрый день! Доброе утро, добрый вечер! Переоделись, и мы в бар. Шампанское. Хорошо! Кулай Гельсин! И китаны! Шампанское и китаны! Подключилась? Все, слава богу, у Иришки подключился интернет. Меня зовут Баран. Баран? Немный молдом. Пойдемте. Ну, Баран, там написано. Ира, и мы ехали в автобусе, я тебе что говорила? Что у них Баран есть такое имя. Оставь здесь все. Телефон возьми и оставь здесь все. Что? Мы что, ушли уже? Вот бар-то, вот он. Шаг. А, ты себе два взяла? Постоянно она решила выпить сразу же. Блять, я над этой бабой просто охуеваю. Давай выпьем. Мать, что скажет? Мне вот не очень нравится, как снимает мой телефон новый. То ли вот та камера лучше, чем фронтальная. Не очень нравится. С днем рождения меня. Когда я покупала что? Когда я покупала этот телефон, параметры сверяла с тобой? Конечно, сверяла. Одинаковые? У этого лучше, модель свежая. Можно строить надо камеру. Ну, посмотрите, он мне принес. Ну, зажигай. А ты ж... Я... Ну, подожди. Давай, один минут. А что один минут? Давай. Один минут, я принесу шампань. А, и... Вот, вот. Арома, я вижу. Серёги, ой, чудеса. Они сейчас где-то идут от нас. Сказала, ага, на свою шею. Ой. Ну, посмотри, он бутылку шампанского припёр. Вот я понимаю. Мужчина так мужчина. Ура! Ура! Новый год! Ты мисс. Сынючин. Олмаз? Нельзя. Олмаз? Ха-ха-ха-ха. Ты же Гиру дарил. Ну, да.
А. Да. Тамам, тамам. Тамам, там ладно. Yes, Adi. Uh-huh. Happy birthday to you. Good evening. Вот, вот, все за... Не-не-не-не. Давай-давай-давай-давай-давай. Все, тама... Эй-эй, что это он хватает? Adi, happy birthday to you. Happy birthday. Не надо, не надо, ветер. Рюзгер. Окей. Иришка говорит, успела загадать желание? Я говорю, у меня все сбылось уже. Я вчера открыла себе вклад. Решила подарить себе вклад. Ну, открыла на 100 тысяч рублей. Сама себе подарила на день рождения. О чем мне? Открыла вчера вечером и такая дома про себя. На 100 тысяч. Вот пока есть лишние 100 тысяч. На 2 месяца вложила по 9,8 годовых. 9, за 2 месяца будет 5,880. Там уже программа это рассчитала. 5,880 за 2 месяца. Не знаю, может неправильно посчитала? Ну точно, 5,880 в Сбербанке. Ну там перевела, и мне сразу же сообщение пришло, подтверждение. Открыт вклад. А чем мне? Еще открою. Я сейчас хорошо зарабатываю на Яндекс.Дзен. У меня сейчас будут рублевые поступления. Я сейчас буду. Ну, открывать каждый месяц вклады по 100 тысяч. Каждый месяц буду открывать вклады по 100 тысяч. А мы же не говорили. А что ты сказал? Мы же не говорили, что тебе говорили. Я сказала. А ли ты сама сказала? Я сама сказала. Мам, вы... А, я по-турецки говорила. Вы не слышали? Я же по-турецки ему говорила. Я им сообщила, что у меня сегодня день рождения. Ты будешь есть? Наешь, мне не надо. Не надо. Выпила все. Парни сидит. Не уж ли еще морковный торт будет есть? Морковный? Конечно, видно же. Валерина, как ты не видишь? Походит на какую-то пчелку, походит немножко. На пчелку. Там такой же точно. Валерина определила, на пчелку подходит. А ты уже шампанское глушишь? Я за твое здоровье. И торт у тебя с ним, и шампанское у меня выпало. Я все за тебя сделаю. Вот на 38 лет... А, ну я телефон себе купила, не нравится, у которого камера, вот на которой снимаю. Я подарила себе телефон и вклад на 100 тысяч всего лишь. А на 38 лет я себе купила квартиру в Турции. На 39 я не помню, что я себе подарила. Что? Мать выписала из России за эти деньги. На 40. Нет, 40. На 40 лет. Здесь на 39 мы с Иркой вдвоем отмечали? Да? Я вот клин не помню. Иришка была у меня, да? Я себе ничего не подарила. Вот когда я себе купила квартиру, я себе еще квартиру купила и вазу подарила. А, ты муранские вазы купила? Из муранского стекла. Не на 39, Иришка, или на 39? На 39? Мне кажется, в год, когда квартиру купила. А, ну может, кстати. Вот сейчас разговелась. У меня уже третий бокал шампанского. Третий? Волосишки какие-то? Крем. Это желе, да, просто. Я спиртовый просто не держу. Нормально? Нормально. Я не хочу ничего пробовать. Это я порола на завтраке. Эти две проснулись, сели завтракать дома. Я говорю, вы едете в отель на завтрак, говорю. Отель, говорю, 5 звезд, там позавтракать. Мы не можем выйти из дома, чтобы не попить кофе, чтобы ни что-нибудь не съесть. Сели, я спрашиваю Ирки. Я не смотрела, я там лежала с закрытыми глазами.
Я съела пол сумита, пол бублика, да? Ты что съела? Только сахару. Ну ладно, давай попробуем. Вкуснятина. Вкуснятина вообще? Да, конечно. Очень даже. Да? Удобно. Да. Побольше отвалить. Ну нормально. Сейчас будешь мало. Мало не сидит. Там мы кушали. Уже такое. Нормальное пирожное? Мам, это пятерка. Может, поэтому? Нет, автор Фензуров. Мне уже все нравится. Ирка планирует наш день. Сейчас говорит, поплаваем, потом пойдем на обед. Угу. Вот эта камера лучше снимает, чем вот эта. Ну как так? Как я так парафинилась, блядь, с телефоном? Ну я же смотрела, читала характеристики, мама. Я сравнивала. Вот та у меня камера Samsung A51, она у меня вот фронтальная камера лучше снимает. Вот эта камера хуже снимает. А вот эта вот... Ну, мам, ну 85 телефонов в сумке будут носить или что? Да, конечно. Конечно. Все со своим умыслом. Ты утонула, а он в бочке тонул. Может, хочешь, Валерина, за шампанским? Давайте пойдем в море с шампанским. Да, да. Конечно, выпустят. Нам могут пластиковые дали. Тоже фужеры, только пластиковые.